За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механика в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки? Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Ты, небось, хочешь научиться бросать крылопалку? Это непросто, друг. Вижу, Дэн дал тебе пистолет. Хорошая штука. Но крылопалки гораздо тише. В них наноядро для точной наводки. Но все равно нужно набить руку. Вот что. Докажи, что можешь попасть в цель, а я скажу Халику, что тебе разрешено их покупать. Готов попробовать? Удачи тебе! Вот правило. Сбивай выскакивающие мишени как можно быстрее. Посмотрим, сколько раз ты попадешь, пока не выйдет время. Отлично! Время почти вышло. Отлично. Капец беспилотником. Иди к Халику, он даст тебе все, что нужно. Здравствуй, странник. Я Халик. И я рад тебя видеть. Это моя лавочка. У меня тут есть все, что помогает жить и драться. Лучший товар в пустошах. Да, и лишние ценные вещи можешь приносить сюда. За хороший товар я плачу щедро. Хочешь глянуть, что у меня есть? Ищешь что-нибудь? До встречи, надеюсь. Работай сейчас по уши. Если я тебе нужен, зайди позже. Ищешь Риктора? Если что-то нужно, иди к Риктору. Он здесь. Чего ищешь, странник? Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди, она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. Я гляжу, ты из новеньких. Посмотрим, что тебе нужно.
Кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, а ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал. И я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. И если узнаешь о нем хоть что-нибудь, я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Возьмешься, пожалуйста. Удачи. Надеюсь, он жив. Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам, и получишь реальное оружие. Отказала наша радиовышка на холме. Ее нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь ее, получишь дробовик. Как тебе? Удачи. Трудностей быть не должно. Появиться чужаки. И я бы покурил.
вернулся. Эй, ты ищешь работу? Неплохо, странник. Я не знал о мутантах. Они так далеко не забредают. Но ты справился. Сходи к Дженус. Она хочет знать, что ты нашел. Джуна мертв. Я так и думала, но все же надеялась, что он вернется. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь. И ищу рецепт лечебной повязки. Просто смешай все это и лечись, сколько влезет. Еще раз спасибо и удачи. Позволь дать тебе совет. Эти холмы кишат бандитами. Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и имени спросят. Берегись. Доставь Дэну припасы поскорей. Если он послал тебя сюда, это важно. Джуна нет! А я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим. Теперь бери батарею и запали ее на холме. Там есть устройство для запуска. Его легко найти. Вперед! Найди устройство для запуска на холме и зажги. Держись. Thank you.
Я видел фейерверк. Круто. Вот то, что я обещал. Отлично. Похоже, я правильно сделал, что спас тебя. На тебя действительно можно положиться, и я твой должник. Можешь поговорить с Диэр насчет Баги. Он уже в гараже.